предложили проводить мастер-классы для молодежи по вязанию, научить ребят вязать. И, получив навыки вязания на примере игрушек мягких, которые потом будут деткам подарены, ребята по своему желанию, если захотят, вступят в ряды наших волонтеров и будут вязать необходимые теплые вещи для защитников, фронтовиков наших. Сложное время, хотелось бы помочь семьям мобилизованных. Я умею немножко вязать и решила, что почему бы не попробовать улучшить свои навыки и при этом помочь.